Долгим был покой. Аричка поспала у меня 1.5 часа, Региша всего 40 минут. Теперь Региша у нас капризничает. Как Аричка, Региша капризничает, скажи. Вот так, как Лялечка. А Региш, как ты капризничаешь? Вот так, мне кажется, ты громче это делаешь. Как ты делаешь? А, вот так? Ты почти не капризничаешь? Правильно, Аринушка. Капризничает у нас Региша. Громко, да, Витянька? Кто громче капризничает? Вот такие хулиганки. Вот такие. Вы два лысика у меня, что ли? Лысики. Маленькие лысики. Лысики. У Аречки новенькие сережки. Вон они какие. Ну это мамины старые, самые первые мамины сережки. Вот такая курочка. Это цыпленочек, да, Риш? Цыпленка мы взяли с собой. Единственного. И огромный пакет еды. Вот это все еда у нас тут, Дарька. Всякие сосиски, печеньки, курочка. У нас в этот раз просто забита машина. Я не знаю, что мы везем. Какие-то соленья, варенья, компоты. Бабушка нам насобирала кучу всего. Чтобы мы там с голоду не умерли. А то ведь погибаем. Наверное, холодно? Сколько там снега? Вот столько снега, да? Воздушный поцелуй как пошлешь? Как ты ее поцелуешь, Арька? Вот так? А как ты ее полюбила? Вот так поцелуешь ее? Вот так поцелуешь бабу? Вот так обнимешь ее как? Вот так крепко-крепко обнимешь, видишь? Такая красивая вечерняя дорога, такое прекрасное небо. Я не знаю, передает в видео все то, что вижу я или нет, но небо просто невероятное. Региша уже одевается и выходит на улицу по ходу дела, да, Арька? Я не готова. Ты, Аречка, не готова еще, Региш? Аря не готова. Подожди уж ее, пожалуйста. Вот такая красивая дорога. Нам осталось до Великих Луг 25 минут. Мы еще попали в какую-то пробку. Wi-Fi. Wi-Fi? Да. Включила ли я Wi-Fi? Wi-Fi, да. Представляешь, папа, чего у нас дочь знает? Она мне говорит, Wi-Fi включила? Представляешь? Солнышко сегодня показалось, небо голубое. Как красиво. Осталось 40 километров до границы. Девочки, вы видите, сколько тут грузовиков, а? Как много, да? Вообще очень много. Как ехать? Ну, объезжать их как? Пограничная зона. Они тоже все стоят на границе. Очень много грузовиков. Я не знаю, штук 50. Они просто всю полосу заняли. Что там едят мои курочки? Региша, ну-ка на попу. Садись на попу. Это у нас границы уже. На территорию Латвии мы въезжаем. Машин немного сегодня, слава богу. Зеленый коридор, это наш. О, ты посмотри, куда Регишон забрался. А? Да это что за Регишон-то такой у нас? Скалолаз маленький. Ручку сейчас мы найдем. Заполним декларацию. Сейчас мы папе позвоним. Одна из кисточек, да? У нас было их сколько? Две? Две. Одна кисточка теперь где? Да. Вот в этой дырочке. Да. Как нам ее доставать? Да. Вот мы на территории Латвии. Уже жду, не дождусь, когда они уснут. Маленечко нам осталось. Часа 4. 4,5, где-то на 4. 300 километров.
спала? Пять часов? Два. Два часа поспала? Пять часов. Пять часов ты поспала? Да. Нам осталось 60 километров до Риги. Собираем последние силы, кулачок. Мы скоро будем дома. Кого мы встретим? Папу. Привет, Аришка. Рио, привет. Как вы кричали папу, Арька? Привет. Маленькая. Ой, девчоночка такая, так сильно любит папу, да, вообще. Как, папа тоже как сидит. Ты скуч... Ариш, крич... Как ты кричала папу-то? Папочка!